Три подпольных казино накрыли в Петропавловске, а их организаторов, а всего 8 человек, задержали. Как рассказали в краевом следкоме, нелегальные заведения работали в районе улиц Академика Королева, Лукашевского и на проспекте 50-летия Октября. Свой незаконный бизнес организаторы вели под предлогом предоставления услуг интернет-кафе. Для работы в клубах они наняли сотрудников, которые работали посменно, и поставили круглосуточную охрану. Накануне одновременно были проведены осмотры в клубах и обыски в квартирах фигурантов, в ходе которых изъяты более 2 миллионов рублей, игровое оборудование, электронные носители информации и так далее. В момент визита правоохранителей в клубах находились более 15 игроков, которых допросили в качестве свидетелей. Организаторы подпольного бизнеса во всем признались, рассказали в СКР. В операции принимали участие следователи, криминалисты, полицейские и оперативники ФСБ при силовой поддержке бойцов Нацгвардии. Возбуждено и расследуется уголовное дело.